В рамках реализации проекта «Старший брат» депутат Одинцовского совета депутатов Вячеслав Киреев, Ирина Грабарчук и Павел Чемурлеев обсудили вопросы сотрудничества с местной торгово-промышленной палатой. Основной темой обсуждения стало участие палаты и бизнесменов Одинцовского округа в проектах «Единой России» на территории муниципалитета. Особое внимание на встрече уделили организации мероприятий по профессиональной ориентации старшеклассников. Депутаты поддержали данную инициативу и обратили внимание, что на каждой территории Одинцовского округа найдутся предприятия, о работе которых подрастающему поколению будет интересно узнать. В рамках выездных встреч ребята знакомятся с производственными процессами, коллективами, узнают особенности ведения бизнеса.